На телеканале «Звезда. Время новостей» в студии работает Карина Агеева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Комитет госбезопасности располагает конкретными фактами о планах по дестабилизации ситуации в Беларуси в ближайшее время. Вопрос национальной безопасности сегодня обсуждали в кабинете у президента. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев ознакомился с работой частного предприятия. Наиболее умного предприятия, скажу прямо, я не видел. Лесопереработки. Здесь действительно думает компьютер, как максимум продукции выжать с бревна. Наведение порядка. В ближайшее время во всех регионах коммунальщики приступят к работам по благоустройству, уборке и озеленению территорий. Об этом и не только. Более подробно смотрите прямо сейчас. Комитет госбезопасности располагает конкретными фактами о планах по дестабилизации ситуации в Беларуси в ближайшее время. Вопросы национальной безопасности обсуждали в кабинете у президента. Александр Лукашенко принял с докладом главу КГБ Ивана Тертеля. В целом, обстановка в стране оценивается как стабильная. Вместе с тем, есть ряд проблемных вопросов, которые непосредственно влияют на национальную безопасность. Одна из них – давление со стороны иностранных партнеров, которые определенно ощущает на себе Беларусь. Связано это в первую очередь с санкциями. Об этом по итогам встречи с президентом рассказал журналистам глава белорусского КГБ. Обращаем внимание на несколько моментов. Первое – это беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это на попытки и доложено о конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, не происходит с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств. В целом комитет работает, есть конкретное поручение главы государства по минимизации этих угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Также во время общения с журналистами глава КГБ подтвердил информацию, озвученную ранее президентом Беларуси о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами. Сегодня правоохранительные органы страны имеют достаточное количество сил и средств для реагирования на различного рода угрозы, подчеркнул глава ведомства. Сегодня Александр Лукашенко также принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана. Говорили о новых направлениях работы в структуре, опираясь на те результаты, которых удалось достичь в минувшем году. К слову, несмотря на пандемию, год сложился неплохо. Темп просто превысил 150%. Почти в 2,5 раза увеличилась добавленная стоимость и производительность труда. Наилучшие показатели фиксируются в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Эпидситуация сильно сказалась на туристическом направлении. Особого внимания требует не только турсфера, детально стоит подойти к развитию деревообработки, обозначил Александр Лукашенко. Как раз-таки перспективы развития деревообработки обсудили на Витебщине на примере частного производства. Предприятие экспортоориентированное, потенциал колоссальный. Сырьевая база, как говорится, под ногами, модернизированные производства, укомплектованы с профессиональными кадрами. С нюансами производственного процесса и не только лично ознакомился председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Побывали на лесоперерабатывающих площадях и мои коллеги. Подробности далее. Нет предела совершенствованию, когда от бревна в буквальном смысле слова не остается ни щепки. В феврале 2020-го в Полоцком районе запустили самый современный лесопильный комплекс на территории Беларуси. Производство поистине уникальная линия лесопиления. Финская, производительностью 750 тысяч кубических метров в год. Линия же подачи и уборки лесопильной эстонская. Результат работы белорусский, а значит качественный и доступный. Наиболее умного предприятия, скажу прямо, я не видел. Лесопереработки. Здесь действительно думает компьютер, как максимум продукции выжать с бревна, как сделать это бревно более прибыльным. Ну а в планах, конечно, увеличить объемы, причем цифры, конечно, очень амбициозные, до 1 000 000 кубов. Довести производство в год переработки древесины – это очень серьезное производство.
просто заниматься лесом, производить готовую продукцию сегодня задача первоочередная. И у Кимобела на этот счет серьезные планы на будущее. В частности, каркасные многоэтажные дома, доступный стройматериал, преимущественно сосна и, что немаловажно, экологичность. Двигаться туда, куда другие просто боятся шагнуть. Принцип, под которым живет и развивается лесопильное производство, вот уже 8-й год, и это только начало. Запустили новое лесопильное производство, чем нам удалось поднять процент выхода, эффективность пиления, создать более стабильную работу предприятия. Это всего лишь начало. Безусловно, есть сложности, связанные с коронавирусом, которые все это знают, да? Нас немножко это приостановило, но тем не менее, рабочие места мы сохранили все, еще их увеличили. По средней зарплате мы выходим по зарплате на уровень нашего государства, то есть это в разрезе примерно 1400 рублей. Есть цель, нет преград. Минувший год тому яркий пример. Несмотря на сложности ограничительного характера в связи с пандемией коронавируса, объем производства промышленной продукции вырос более чем в 1,5 раза. Производственные мощности загружены на 65%. Продукция у нас после распиловки попадает на сушильный комплекс, где производится сушка древесины. После сушки уже уходит автотранспортом на экспорт. Внутренний рынок занимает очень маленькую долю, меньше 10%, все остальное идет на экспорт. И объем с каждым годом увеличивается. Европейские и азиатские рынки. 99% производимой продукции Кимобел сегодня распределяется непосредственно между этими потребителями белорусского леса. Важно, равномерно, без зависимости от конкретного клиента. Как показывают события и обстоятельства последнего года, такой подход к ведению бизнеса точно не подведет. Капиталина Зинкевич, Александра Качан, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Такой личный контроль позволяет органам власти не просто понимать, что происходит на местах, но и своевременно принимать решения, если в таковых есть необходимость, которые позволят выйти на лучшие показатели. Касается это абсолютно всех областей, от промышленности до спорта. Яркий пример развития хоккея с шайбой. Для спортсменов и болельщиков мартовские дни насыщены эмоциями и переживаниями. В стране определились первые полуфиналисты Кубка президента по хоккею. Минская «Юность» и солигорский «Шахтер» в своих сериях игр 4 раза одержали победу над своими соперниками. В прошедшие выходные на Новополоцкой ледовой арене состоялось 2 игры «Химика» против солигорского «Шахтера». Интерес к хоккею велик. На трибунах в эти дни не было свободного места. К слову, за ходом воскресного матча на трибунах Новополоцкой наблюдала председатель Совета Республики Наталья Качанова. В Новополоцке хоккей – это особый вид спорта, который любит, который умеет играть. И, конечно, мы гордимся теми хоккеистами, которые здесь воспитаны были и прославили не просто город Новополоцк, но и нашу страну. Поэтому традиции здесь замечательные. И вот тогда, когда, конечно, были такие условия уже для тренировок, ну, недостаточно такие хорошие, чтобы тренироваться на должном уровне, было принято решение, и президент нашей страны, вы знаете, сам определил, что надо построить еще одну ледовую арену в городе Новополоцке для того, чтобы здесь возродить те добрые традиции, которые были когда-то. И вот с построением новой ледовой арены, с реконструкцией старого здания, ведь это 2-я ледовая арена была в стране. Вот сегодня мы видим, что команда «Химик» опять играет в высшей лиге. Это замечательно, это здорово. Это, конечно, упорство тех ребят, которые тренируются. Несомненно, тренерского состава это очень важно. Поэтому я сегодня с огромной радостью здесь посмотреть на хорошую игру. 2 прошедшие игры завершились победой «Шахтера». По итогам серии матчей солигорские хоккеисты заняли место в полуфинале. Для «Химика» этот сезон завершился на стадии 1/4 плей-офф. Стоит напомнить, что победитель Кубка президента определится уже в апреле, а с 17 марта начнутся полуфинальные игры. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Беларуси требует совершенствования. Несмотря на имеющуюся отдельную положительную динамику, ряд требований директив президента, а также иных документов, способствующих их реализации, выполняются не на достаточном уровне. Это констатировал премьер-министр Беларуси Роман Головченков во время заседания Президиума Совета Министров. Здесь было отмечено, что в большей степени это касается капитального ремонта жилого фонда, замены тепловых сетей, работы с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Такое внимание руководства страны этой отрасли не
Не случайно жилищно-коммунальная сфера имеет немаловажное значение для социально-экономического развития и во многом определяет отношение населения, в том числе к власти. Детальному анализу отрасли подлежит и на региональном уровне. По итогам прошлого года отдельные коммунальные предприятия Новополоцка не выполнили ряд показателей. Есть нарекания и к оперативности оказания услуг. Первое. Из того, что не удалось выполнить, показатель по объему вводимого после капремонта жилья. Где-то были затянуты сроки с проведением конкурсов по выбору подрядчика, где-то долго решался вопрос с финансированием. Второе. 1% не хватило для того, чтобы закрыть доведенное задание по использованию местных топливно-энергетических ресурсов. Третье. Есть вопросы со сбором вторичных материальных ресурсов. Четвертое. Внимание заслуживают ремонт подъездов и замена осветительного оборудования в них. Когда мы объективно анализируем причины невыполнения, тут начинают всплывают такие моменты, что это недоработка. То есть ресурсы и возможности были. Но показатели показателями, куда больше волнует оперативность оказания коммунальных услуг, а в отдельных случаях и их качество. По каждому злободневному вопросу во время встречи были выработаны дальнейшие пути их решения. А вот как в городе планируется улучшать качество жилищно-коммунальных услуг, совершенствовать подходы и механизмы их оказания, обсудят в марте на расширенном заседании исполкома. Сегодня поставлена задача именно выработать механизмы, структуру работы, которая позволит оперативно реагировать на все обращения граждан. Потому что зачастую вот именно этой оперативности и этого взаимодействия вот нам, как показывает практика, и не хватает. Поэтому ситуацию, я думаю, что мы возьмем под контроль. И за 2021 год мы обязаны наверстать все те упущения, которые были допущены в 2020 году. Календарная весна уже наступила, да и природа скоро порадует нас по-настоящему весенней погодой. Самое время приступить к наведению порядка на земле и благоустройству территорий. К этим работам планируют приступить коммунальные службы, которые призывают и горожан не оставаться в стороне. Продолжение темы в материале моих коллег. Коммунальщики к наведению порядка на территориях приступили сразу же с таянием снега. К ним также подключились предприятия и организации. Они занимаются уборкой на своих и закрепленных за ними территориях. В скором времени в регионах приступят и к массовому наведению порядка. На 3 апреля у нас запланировано проведение общегородского субботника, где мы будем наводить порядок на закрепленных и общественных территориях. Это парки, лесопарки и пойма реки Западная Двина. Собранные на субботнике средства пойдут у нас на благоустройство также реки Западная Двина, парковой зоны и строительство духовно-просветительского центра. В прошлом году мы начали продление велодорожки в районе поймы. В этом году планируем за счет собранных средств продлить данную велодорожку в асфальте уже. В последующем в Новополоцке появятся цветочные композиции. Уже сегодня ведутся подготовительные работы, посев семян и ежедневный уход за саженцами. Также планируется посадка около 100 деревьев на придомовых территориях и центральных улицах города. В то же время в одном из микрорайонов Новополоцка сегодня занимаются вырубкой деревьев, но мера вынужденная – реконструкция водопроводной сети. В настоящее время при эксплуатации трубопровода регулярно происходят аварии, что вызвано большим износом труб. Незапланированное отключение воды, аварийное спиливание деревьев, перерывы водоснабжения. В результате выполнения работ по реконструкции водопровода снизится аварийность и будет лучше качество воды. Изношенные чугунные трубы протяженностью 2 километра заменят на полиэтиленовые, материал которых не подлежит коррозии. Работы по замене участков водопроводной сети начнутся уже в ближайшее время и завершатся через 3,5 месяца. Сейчас выполняются подготовительные работы, валка деревьев. Реконструкция водопроводной сети без вырубки растительности невозможна. Но специалисты обещают, что по завершению работ выполнят компенсационные посадки деревьев взамен удаленных. Глеб Прокофьев, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Компания по декларированию гражданами доходов, которые получены в 2020 году, входит в завершающую стадию. Расчет по подоходному налогу о доходах, полученных в 2020 году, физические лица должны предоставить не позднее 31 марта. Затягивая с подачей необходимых документов, налоговые органы не советуют. В настоящее время налоговые декларации активно поступают от граждан. Подать декларацию можно в электронном виде через личный кабинет плательщика или в письменном виде, посетив любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет. Либо по почте, а также через своего законного или уполномоченного представителя. Наиболее распространенными доходами, подлежащими декларированию, являются доходы, полученные за границей и или из-за границы, также как от работы по найму, доходы от выигрышей в иностранном онлайн-казино, в букмекерских конторах.
также подлежат декларированию доходы, полученные от продажи грузового транспортного средства или автобуса, либо более одного иного механического транспортного средства. Доходы от продажи в течение 5 лет второй квартиры, жилого дома, земельного участка, дачи, гаража, машинного места. Прием декларации в Новополоцке осуществляется в рабочие дни с 8 до 19 часов, а также 20 и 27 марта с 9 до 13 часов. Уплатить подоходный налог с физических лиц, исчисленный на основании предоставленной налоговой декларации, необходимо не позднее 1 июня 2021 года. Вернемся к теме спортивной. Хоккей не единственный вид спорта, который в минувшие выходные объединил болельщиков на ледовой арене Новополоцка. Республиканское первенство по фигурному катанию «Звездочка» собрало участников-воспитанников всех отделений страны по фигурному катанию на коньках. А это почти 300 спортсменов. Такое же количество участников на Новополоцком льду было в минувшем году. Участники от 6 до 17 лет. Наибольшее количество юных фигуристов из Минска. А все потому, что именно в столице существует наибольшее количество учреждений, где проходит обучение фигурному катанию. В условиях пандемии очень важно не прекращать старты, потому что это для детей большой стимул для занятий спортом. На данное соревнование привезла 9 деток. Пока что все складывается очень хорошо, очень теплый каток, очень приятная атмосфера. И детки рады в то, что они видятся все-таки не только с минскими детками соревнуются, а то, что проходят дальнейшие соревнования в Беларуси. Соревнования проходили в течение 4 дней. По итогам соревновательных дней разыграли 14 комплектов медалей различного достоинства. Наша Белорусская Федерация, Союз конькобежцев, мы все-таки приняли, наверное, мудрое решение, исходя из вот существующих условий, исходя из таких у нас условий ограниченных передвижений и так далее. Мы все-таки решили сезон наш не сворачивать, а проводить с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Мы приглашаем выступать спортсменов из разных городов страны. Вот уже весь сезон, мы соревнуемся уже начиная с осени и не пропустили ни одного спортивного мероприятия, фигуристы наши. Да, мы соблюдаем санитарный режим, наши родители ходят в масочках, и мы всячески соблюдаем все необходимые меры предосторожности. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».